Комиссия по проверке соблюдения градостроительного законодательства в Анапе сегодня объехала несколько десятков объектов и в черте города, и за его пределами. Этот участок на городской набережной привлек особое внимание проверяющих. За аккуратным деревянным ограждением и рядом зеленых туй площадка с фундаментом почти незаметна. К тому же доски забора расположены таким образом, что увидеть полную картину простому прохожему невозможно. На деле здесь развернулась масштабная стройка. Что именно возводится на набережной, неизвестно. Паспорт объекта отсутствует. Что за объект, мы это не знаем, это будет производиться как бы уже дальше выяснение. Вот. А то, что это опять же водоохранная зона моря, ну это однозначно. Вот. То, что тут свой природоохранный режим, ограничивающий строительство, это тоже все понятно. Тут есть особые условия для разрешения на строительство зданий, и не для всех объектов. Как подчеркнул губернатор во время рабочего визита в Анапу, в этой зоне могут размещаться только объекты санаторно-курортного назначения, к тому же с ограниченными параметрами площади и высотности здания. Ну а этот участок раскинулся практически на 3 квартала. Ну, на этом участке, в общем-то, начинается строительство, но, судя по информации в интернете, строительство жилого комплекса с жилыми домами, и там, по-моему, даже какие-то социально-культурные объекты в этот комплекс должны входить. Но это чисто, так сказать, жилой объект, который будет опять же размещен не просто там в 500-метровой зоне, но, в общем, практически на удалении 150-200 метров от уреза воды. В ходе рейда специальная комиссия проинспектировала всю территорию в прибрежной зоне от Утреша до Благовещенской. В ближайшее время члены рабочих групп подведут первые итоги на совещании комиссии, которую возглавляет вице-губернатор Василий Швец. По каждому спорному объекту строительства будет проведена тщательная проверка, а результаты аудита представят главе региона. Анастасия Гербер, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.